Всем привет! И в этом видео я вам хотел показать, как легко и быстро сделать кивочки для зимней рыбалки. Будем делать из старой лески. Вот такая вот в гараже у меня лежала катушка уже, я ей не пользуюсь. На ней так леска намотана, довольно-таки толстая, 0,8, наверное. Вот, берем сантиметров 30-40 этой лески, отрезаем яркий какой-нибудь кембрик длиной примерно 2-2,5 сантиметра. Одеваем этот кембрик на леску, выбираем середину нашего куска и вяжем два узла, два обыкновенных узла. Кембрик, естественно, поправляем куда нам надо. Раз узел. И два узел. Плотно их затягиваем. Чтобы у нас получилась из кембрика вот такая петелечка. Для удобства я буду зажимать вот в таких маленьких тисках эту петелечку. И дальше делаем все очень просто. Берем и просто делаем вот такую вот косичку, переплетая два наших куска лески друг об друга. Просто обматываем. Естественно, плотненько желательно это делать, чтобы у нас кивочек получился такой поплотнее. Леску можно выбирать, конечно, любой толщины. Вот, долго затягивать видео я, наверное, не буду, чтобы большой длинный кивок делать. Вот такого вполне достаточно. И на конце вяжем обычную петельку. Вот так вот за одну минуту, даже, наверное, меньше, мы сделали классный, чувствительный кивочек для зимней рыбалки. Лишнее мы здесь обрежем. Лишние наши края, которые нам не нужны. И подпалим зажигалочкой. Вот такой вот кивочек в итоге получается. Крепится он на удочку тоже с помощью кембриков. Кивочек получается довольно-таки чувствительный, классный. Можно делать из более тонкой лески. Вот у меня вот этот вот из тонкой лески. Но здесь, вот как мы видим, если сейчас фокус нам покажет, сплетено из трех концов лески. Заплетено косичкой, как вот девочкам вяжут косички на голове. Вот здесь сделан также из более тонкой лески. Тоже он довольно-таки чувствительный. Классный получился кивочек. Никак он не деформируется. То есть даже можете его вот в таком вот виде хранить. Размотаете, он будет также абсолютно работать. Придать небольшую форму ему, конечно, можно с помощью кипятка, выгнуть его в какую-либо сторону, но это уже на усмотрение каждого. Вот такие вот классные кивочки получаются, очень быстро, легко, как раз можно использовать ненужную уже леску. Вот такие вот кивочки. Кому понравилось данное видео и данная идея, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока!